Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы будем готовить с вами бигус или капуста тушеная с мясом, куриным мясом. Для этого нам понадобится капуста. Можно свежую капусту, можно маринованную капусту. Мы ее нашинковали, можете нарезать кусочками. Одна небольшая луковица репка, нарежем тоже ее кусочками. Морковь натрем на крупной терке или измельчим в блендере. Мясо куриное мы заранее отварили. По желанию можете добавить приправы. Я же возьму приправы: чеснок сушеный, укроп, зелень сушеная, карри, смесь перцев, соль и примерно где-то с полстакана масла подсолнечного. Ну и, конечно, лавровый листик. Ну что, начнем? Вот так вот нашу кастрюлю с маслом мы всыпали нашу капусту и сверху посыпаем солью. Ну, где, например, вот пол столовой ложки. Огонь убавляем и накрываем крышкой. И оставляем так тушиться минуты 3-4. Потом все мы будем перемешивать. А тем временем мы порежем лук и натрем морковь. Прошли наши 2 минуты. Мы капусту перемешиваем из-под низу. И еще так оставляем тушиться минуты на 3, прикрыв крышкой. Так наша капусточка тушится. Она уже в объеме кастрюли убавилась. Видите? Теперь добавляем лук и морковь и оставляем еще тушиться минут на 15-20. Добавили лук, морковь, все равномерно распределяем по капусточке, оставляем тушиться так еще минут на 15-20, прикрыв крышкой. Так тушится наша капуста, наш бигус. Не забываем периодически ее перемешивать, чтобы она не подгорела. Ну и набраться терпения, ждать, когда она приготовится, чтобы покушать. Подошло теперь на очередь нашему мясу. Мы его все вкладываем в капусту. Все хорошо равномерно распределяем по капусте. Оставляем так минут на 5. Крышкой. Капуста тушится всегда при закрытой крышке. Перемешаем мясо с капустой и добавим приправы: карри, перец, смесь перцев. Это по желанию приправу добавляйте. Укроп зеленый сушеный. Можно свежего нарезать, добавить его также. Чесночка сушеного. Если нет чесночка сушеного, можно свеженького чеснока порезать дольками, мелко покрошить. И укроп. Все хорошо перемешаем и оставляем еще буквально минуту на 4-5 потушиться. Все, наша капуста будет готова. Вот и наш бигус приготовлен. Или капуста тушеная. Капуста вкусная, мягкая. Пробуйте, делайте по моему рецепту. Я уверена, он вам понравится. А на этом я с вами прощаюсь и говорю: не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, ставить дизлайки, писать комментарии. Я их с большим удовольствием читаю. До новых встреч. Пока-пока.